Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Джеймс Тондейл. Сегодня очень хорошая тема, очень хорошая информация для вас принес. Здесь я буду вам объяснить, какой это полезный эффект есть на рубин, который звездный рубин говорят. Вы просматриваете на видео, какой там звезда бывает сверху на камень, и какой там ситуация бывает, как это работает, как это полезно для вас. И буду желать, чтобы вы сделаете subscribe и кнопку bell icon button, то есть нажмите, чтобы вы получили вовремя notification новое видео, которое я upload сделаю. И здесь я буду вам объяснить, какой там кристаллы, какой там камень есть сегодняшний, звездный рубин есть у нас, который очень хорошо работает для вас, если вы будете носить. Это дает вам богато, это дает вам очень хорошая положительная энергия для вас. Это для вас вход откроется, путь откроется для вас, новая вещь, новая путь для вас откроется, чтобы вы получаете ваши желания, то, что хотите в жизни. Поэтому это камень называется любовники камень, который любит люди, которые любят со семьей, со друзьями, с кем это они любят. Это у них очень хорошо сила дает на это как отношение. Сделает вам крепким дружбом. Еще там, если вы хотите какое-то сексуальное желание ваше увеличивается, если вы будете носить вот этот специальный камень. И это ваши, которые желания, чтобы вам людям любились и охранили их, и сделали с ними чего-нибудь, хотите в жизни, чтобы я сделаю чего-нибудь для друзей, для родственник, для семья, это тоже увеличивается, вот это такое желание. Вот это особенности, способы есть такой камень, если вы будете носить, это камень дает вам вот эта энергия. А еще там несколько заболеваний есть, которые вы можете вылечить, если будете носить вот этот камень. Например, почковые проблемы есть, сердцевые проблемы есть, или печень, там какое-то заболевание есть, вы можете вылечить вот это камень, если будете носить. Вот специальный камень есть для вас. Если хотите купить, вы можете спрашивать на комментах меня, я буду вам очень дешевле и хорошее качество продавать. Спасибо, до свидания.